Наш следующий гость — Мурат. Мурат, добрый день, как настроение? Добрый день, шикарное настроение, вкусно пахнет, разливают вино, напитки, еда, все, что хочешь. Выставка. Тут это... должен с этим согласиться, действительно пахнет просто потрясающе. Расскажите, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию Factoring Plus. Мы привезли сегодня с коллегами самый хороший факторинг, уютный факторинг для поставщиков, которых мы сегодня и встретим. Вот для простых людей, как я, расскажите мне, что такое факторинг, как этим пользоваться и как это правильно применять в бизнесе. Факторинг на сегодняшний день, на мой взгляд, наиболее эффективный инструмент для поставщика, который отгружает крупному покупателю на условиях отсрочки платежа. Для того, чтобы поставщик не ждал, пока закончится срок отсрочки, мы даем возможность в моменте получить финансирование для того, чтобы он смог сделать новую закупку, наладить производство более, скажем так, большими объемами и отгружать товар все новым и новым покупателям. Короче, делайте жизнь производителей и поставщиков проще, упрощайте им ведение бизнеса. Я бы даже сказал, мы делаем ее просто волшебной. Особенно это интересно с учетом того, что зачастую эти инструменты очень тяжелы в использовании для бухгалтеров, для людей, которые непосредственно этим занимаются. Мы делаем продукт, который наши клиенты называют раем для пользователя. Это максимально простая онлайн-система, которая позволяет все сделать быстро и в онлайне. Насколько популярна эта услуга сегодня? На сегодняшний день факторинг достаточно популярный инструмент, потому что он наиболее эффективен, как я уже сказал, для поставщиков ритейла. Вот. И мы его стараемся сделать еще и простым. То есть то, что популярно и просто, на мой взгляд, должно быть максимально интересным. Какие задачи ставите перед собой на сегодняшний день? Сегодня задача номер раз – это донести до всех те возможности, которые мы сегодня привезли, для того, чтобы у каждого была возможность обсудить с нами те выгоды, которые мы можем обеспечить для поставщиков. Самый главный вопрос теперь для всех, кто заинтересовался – где искать вас? У нас есть прекрасный стенд прямо на входе, Factoring Plus, очень яркий, красивый. На нем всегда есть наши представители. Ну и, безусловно, мы на площадке будем все 2-3 дня для того, чтобы все вопросы, которые могут возникнуть, мы могли решить. Хочу пожелать вам хорошего бизнеса. Если действительно вы облегчаете жизнь поставщиков-покупателей, то пусть вы найдете друг друга сегодня на вашем стенде. Спасибо, Роман, мы будем стараться.